С самого первого дня я участвую в дезинфекции в Нур-Султане. Я военнослужащий Вооруженных сил Республики Казахстан, лейтенант Абельхан Асылбек. Являюсь командиром взвода специальной обработки. Каждый мой день начинается с медицинской проверки. В этой работе важно соблюдать меры безопасности. Поэтому утром командир отряда проводит инструктаж. Есть план на день. Объекты, которые каждая группа должна обработать. Работаем ежедневно, ведь у вируса нет праздников и выходных. Вирус невидим для наших глаз. Важно обрабатывать очень тщательно, метр за метром. По роду профессии мы всегда готовимся к разным случаям и возможным трудностям. Когда я узнал, что буду участвовать в дезинфекции, я понимал, это будет непросто. Но долг военнослужащего – защищать и оберегать народ. У нас есть необходимое оборудование, о нашей безопасности позаботились. Мы четко знаем свои задачи. Дома меня ждет жена и сын. Осенью ему исполнится 5 лет. Ради своей семьи, ради нашего народа, я готов выполнять все поставленные задачи.